Два факта об Азербайджане. Один из этих фактов очень значимый для всего Советского Союза. В Баку в начале 20 века добывалось 50% всей мировой нефтедобычи, а во время Второй мировой войны Баку снабжал топливом всю советскую армию, обеспечивая до 85% ее потребностей. Зия Буниятов – единственный в бывшем Союзе ученый-академик, герой Советского Союза, который командовал в годы Великой Отечественной войны дисциплинарным батальоном – штрафбатом. Теперь просто подумайте, ребят, когда вы кричите «Чурки», «Хачи» и так далее, кому вы и ваши предки должны быть благодарны? А если бы Азербайджан не поставлял бы нефть, бензин, вот это все, вы уверены в том, чтобы Советский Союз смог бы победить? Благодаря Азербайджану и ее вкладу мы сейчас ходим по этой земле. Азербайджан сделал огромный вклад в эту победу. В школах об этом не скажут.